Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 7 не работает разъем зарядки, то есть он в каком-то положении работает, в каком-то нет, то это неисправен нижний шлейф. Его необходимо заменить. Если же ваш iPhone 7 вообще не заряжается, то самое распространенное неисправность заключается в следующем. Вышла из строя аккумуляторная батарея, контроллер 3STAR, либо контроль питания, либо его обвязка. Мы вам рассказали, из-за чего может не работать разъем зарядки, либо аппарат не заряжаться. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!